Приветики всем косметоманчикам. Сегодня я хотела бы оставить отзыв на тушь Art Volume. Это веерный объем для коротких ресниц, нон-стоп, фирма Lux Visage. Начнем с того, как я познакомилась с этой тушью, почитала отзывы, не очень положительные, кстати, но все-таки решила попробовать, потому что на рекоменде одна девушка говорила, что, ну, может, подойдет. Плюс этой туши единственный, это то, что она действительно угольно-черная, и она хорошо затекает в те непрокрашенные места, в те ресницы, она очень жидкая, в те ресницы, до которых вы не дотронулись щеточкой, и тем самым она подчеркивает длину. Я и пользовалась ей 2 недели. Это помытая щеточка и всунутая в тушь, то есть она уже на дне. Пользовалась я ей далеко не каждый день. Щеточка здесь это просто отдельное нечто, если сама тушь еще как-то бы прокатила, но она ужасная, она просто склеивает. У вас получается вместо ваших пышных ресниц, а у меня, считаю, что достаточно пышные ресницы, просто тоненькие. Получается 3 штуки. Она очень склеивает. Эта щеточка это просто какое-то недоразумение. Вот она какая. Это унитазный ёрш. Это ужасный квач. Это... Я даже когда помыла, я обрезала какую-то лишнюю щетину, вот такую торчащую отсюда. Ужасно, отвратительно. Это просто... Да, это тушь дешевая, относительно дешевая. То есть $3 это тоже деньги, тоже жалко. Первый раз, когда ее открыла, у меня было такое чувство, что ее вообще кто-то открывал в магазине, потому что на самой кисточке вот здесь были засохшие комочки, она такая была, ну, реально, как будто ее просто открывали. И здесь нет отдушек, здесь нет парабенов, и смысл в том, что она просто вонючая, все. Здесь добавлен коллаген, чтобы мои ресницы стали лучше, я не заметила, у меня наоборот, на правом глазу повыпадала куча ресниц. Так, на правом в начале. Вот он там просто как будто нет ресниц. Это все произошло именно во время использования этой туши. Так, не 2 недели. Чуть-чуть больше. 3 недели. Да, 3 недели я ее использую не каждый день. Все, ее нету, там она пустая. Вот. Вот это вот кончик, вот этот заляпанный. Это то, насколько она тут в этой самой банке опускается до дна. В общем, эту тушь я категорически не рекомендую. Обходите ее в магазине стороной. Она отвратительная. Она не делает... Ничего заявленного не делает. Она очень быстро заканчивается, несмотря на то, что она как бы жидкая, должно, по идее, хватить надолго. А вы... Это такое разочарование. У меня давно не было настолько плохой туши. И вот реально такое чувство, что ее, возможно, открывали. Здесь всего лишь 9 грамм, хотя обычно в тушах побольше. Может, поэтому она так прям быстро... И реально крашусь, я не знаю, 3 раза в неделю, может, 2. Не каждый раз я выхожу из дома накрашенная. Я не человек, который щепетильно к этому не относится. Не относится к этому так щепетильно, чтобы выйти не накрашенной. Кошмар, стресс, позор. Выйти не накрашенной. Я могу выйти не накрашенной. Могу накрасить только губы, могу накрасить только брови. В общем, эту тушь я настолько не рекомендую, что... Не знаю, лучше купите себе чего-то, перекусить один раз, чем вот это вот недоразумение, которое будет разочаровывать вас целый месяц подряд. Все, пишите ваши эксперименты с тушами, какие вы предпочитаете, дешевые или дорогие туши. Ставьте лайк на это видео, если оно было вам хоть как-то полезным и остановило от покупки этого ужасного недоразумения Art Volume веерный объем нон-стоп для коротких и тонких ресниц. Люкс Визаж вообще отвратительный. Еще у меня будет отзыв про помаду. Отвратительный такой же, злобный. Подписывайтесь на канал, если хотите, если вам нравится то, что я делаю. Все, всем пока, смотрите мои другие видео.